участвуют в этом розыгрыше. С трудом смогла уместить всех участников акции площадка возле торгово-развлекательного центра Фиркан-Сити. Более 5000 человек пришли в надежде выиграть призовой фонд в 2 миллиона тенге. Но победит самый счастливый. Акцию торговая сеть Фиркан для своих клиентов начала 2 месяца назад. Любой, кто сделал покупку более чем на 3000 тенге, автоматически становился претендентом на 1 миллион тенге. 10 счастливчиков сегодня получили по 20 тысяч тенге. Причем отметим, что все происходило предельно честно и подлога не могло быть, так как сами же участники крутили барабан. С каждым его поворотом страсти накалялись. А вот и первая победительница крупной суммы в 250 тысяч тенге. Поэтому удачи вам вновь и вновь. Поздравляем вас! 500 тысяч тенге не заставили долго ждать своего хозяина. Эту сумму выиграл житель Тулебийского района Сейдулла Валиев. Мы поздравляем с этим праздником Фиркан. Очень хороший этот праздник устроили. Мы постоянные клиенты Фиркана Сити. Мы благодарны, что за такое мероприятие. И за такой подарок. Перед розыгрышем главного приза 1 миллион тенге народ замер. 10 человек, чьи билеты были случайным образом выбраны из барабана, находились в шаге от миллиона. И вот он, момент истины. Кому же достанется миллион? Поздравляем, друзья! Очень доволен. До сих пор еще не верю, что я выиграл. Ну, вообще, надежда была тайная? Конечно, надежда была. Ну, как бы, надежда умирает последней. Я вот стоял, короче, до половины, пока вот до розыгрыша. Хотел уже уходить, а вот в последний момент назвали мой номер. Попал сперва в десятку там претендентов, а потом уже выиграл миллион тенге. Поэтому очень счастлив, очень рад, что победил. Спасибо всем. Сегодня торговый развлекательный центр Фиркан-Сити 4 года. Мы сегодня поздравили наши покупатели. И подарили им 2 миллиона. Мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать в Фиркан. Торговая сеть Фиркан не устает удивлять и радовать своих клиентов. И на этом свои акции не заканчивает. Впереди всех покупателей ждет еще много приятных сюрпризов.